сегодня 1 февраля 2022 года. 2 часа здесь будет отмечать, в терминале 21 будут отмечать китайский Новый год. Приехал посмотреть. Хочу отметить вот эту парковку. Они сделали буквально, наверное, за полгода новую парковку пристроили к терминалу. Сейчас вот сюда зайду, посмотрю, что там. Так, тут у нас экскаватор, как в аэропорту. Там самолетик. Классно сделано, как в аэропорту. Ну, а в терминале музыка долгий. Впереди у нас там паспортный контроль. Ну, праздник в разгаре. Все украшено в китайском стиле, в центре Эйфелева башня. И шарики. Фонарики китайские. Сейчас туда вниз. Let's go.
дней улетает в Париж. Подтанцовка его поехала. Поддержка. Так. Парижа. We'll be right back.